Четвертая поликлиника в поселке Старая Вичуга – пример эффективной работы администрации учреждения. В 2014 году сделали капитальный ремонт. Теперь здравница выгодно отличается от большинства поликлиник области. Взять хотя бы регистратуру. Между персоналом и пациентами нет привычного стекла. И это сразу отметил Станислав Воскресенский. Он посетил учреждение во время своего рабочего визита в Вичугский район. Но вы говорили, сотрудники, что еще сотрудники ругали, что убрали. Боялись, что заболели. Да? Ну и чего? Теперь работает. А когда убрали стекло, стали болеть, да? Нет. То есть было такое подозрение, но мы как-то старались. Не оправдалось. В принципе, логика должна была тогда следующая. Там в кабинете у врача тоже должна быть перегородка, чтобы врач не болел. Или вообще на кого-то принимать. Да. Вичугская ЦРБ – одна из самых активных участников программы «Земский доктор». Руководству учреждения удалось привести в район 6 молодых специалистов. Все они получили по 1 000 000 рублей. Анна Назарова работает здесь терапевтом уже почти 5 лет. Условия девушку вполне устраивают. Уезжать не собирается. Жилье у нас, служебное жилье от администрации оплачивается. То есть все хорошо. Помогли с трудоустройством детей в сад и даже с трудоустройством мужа на работу. В этом году ЦРБ планирует привлечь на работу молодых терапевтов, педиатров и анестезиологов. Также мы планируем участвовать активно в этой же программе. В 2018 году мы уже подали заявки в Департамент здравоохранения и предварительно получили соглашение на трудоустройство дополнительных специалистов в количестве 4 человек. Поликлиника обслуживает около 10 тысяч человек. К маломобильным пациентам дважды в неделю выезжает бригада врачей-специалистов. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Вичугский район.